реализованная идея – это не столько результат гениальности, сколько умение довести дело до конца. Если вы постоянно говорите, что вы хотите научиться рисовать, плавать, открыть собственную фирму или купить машину, но так ничего и не добились в одном из этих направлений, то, скорее всего, вам не хватает одного из ключевых качеств успешного человека, а именно умение планировать. Сьюзен Эрц однажды сказала: «Миллионы стремятся к бессмертию, хотя не знают, чем заняться в дождливое воскресенье». Так как же составить успешный план? Первое. Определитесь с целью. Чтобы попасть туда, куда вы хотите, нужно, во-первых, знать, куда вы хотите, и, во-вторых, где вы находитесь. Выберите для себя самый важный проект. Не стоит растрачиваться на несколько проектов сразу. Поначалу это будет сложно. Сделайте лучше их побочными. На них вы будете переключаться, чтобы отдохнуть или разгрузить мозг. При выборе цели не разменивайтесь на вселенские масштабы, вроде спасти мир от голода или придумать лекарства от всех болезней. Будьте более конкретными. Старайтесь как можно четче представить цель. Тогда вам будет легче представить, что понадобится для ее реализации. Давайте возьмем какой-нибудь простой пример. Скажем, спасти принцессу из заточения. Итак, цель у нас уже есть. Будем спасать принцессу. Но вот проблема в том, что я не знаю, что меня ждет, куда мне надо идти и как вообще быть героем. И это нас подводит ко второму пункту планирования, а именно знакомству с целью. Второе. Изучите все, что связано с вашей целью. Познакомьтесь со сложностями, узнайте, что вам предстоит и что понадобится для ее достижения. Поговорите с людьми, которые уже расходили тем же путем, которым собираетесь вы. Прочитайте соответствующую литературу и, конечно же, залезьте в интернет. Знакомство с целью поможет расставить приоритеты и распределить усилия. На этом этапе вы поймете, насколько правильно вы выбрали цель. Этот этап также последняя возможность повернуть назад и больше никогда не возвращаться к идее снова. Потому что если вы откажетесь от нее, когда уже приступите к действию, то попросту потратите время, которое могли бы посвятить более привлекательному проекту. Итак, я узнал, что моя принцесса живет в высокой башне под охраной огнедышащего дракона. Значит, мне понадобится меч, веревка и крем для загара. Не так уж и много. Теперь самое время определиться, как я буду действовать. Третье. Составляйте план из действий и сроков. Имейте в виду, что они не должны быть строго выверенными, и вам не стоит критично воспринимать любое отклонение от изначально намеченного маршрута. Вы никогда не сможете до мельчайшей детали предсказать ряд действий, которые приведут вас к результату. Это и не нужно. Нужно сосредоточиться не на итоге, а на самом процессе. Составляйте пункты действия как можно яснее и четче. Это избавит вас от недопонимания, позволит действовать более рационально и дисциплинированно. Назначенные сроки помогут вам быть расторопнее и достичь своей заветной принцессы раньше, чем ей начнут носить в башню пенсию. И главное, помните, если у вас нет рабочих этапов или вы их не соблюдаете, то результатов не будет тоже. Четвертое. После планирования, конечно же, наступает пора действия, когда каждый пункт плана нужно будет проверять на практике. Я обещаю, что легко не будет. Будет очень нелегко. Порой даже через силу. Ведь как бы приятно ни было жить, любуясь собственными идеями, ради их воплощения нужно усердно трудиться. Если вы почувствовали тяжесть груза, не пугайтесь. Значит, вы на правильном пути. Не бойтесь величины собственных идей. Будьте готовы к неожиданностям. Боритесь со страхом провала или успеха. Сразите своего дракона и спасите принцессу. Согласен, это непросто, но это того стоит. Итак, снова все повторим. Первое. Определитесь с целью. Второе. Познакомьтесь с ней поближе. Третье. Составьте план из этапов и сроков. Четвертое. Приступайте к действиям. И еще парочка полезных советов. Готовый план разместите на самом видном месте. Он станет для вас постоянным напоминанием. Вычеркивайте из него пройденные этапы. Это принесет вам облегчение и воодушевит вас. При составлении плана не забывайте включать в него и личную жизнь. И, конечно же, представляйте позитивный результат. С оптимизмом любой проект будет чуточку ближе. На этом на сегодня все. Мыслите продуктивно.